Добрый вечер. В эфире новости Ориент-ТВ. С вами Наталья Голикова. Самых заметных событий в городе области смотрите в ближайшие 20 минут в материалах наших корреспондентов. И вот некоторые темы. Иски отказать. Областной суд сегодня не стал отправлять на новое расследование громкое дело о мошенничестве. Вновь открывшиеся обстоятельства в этом деле не стали основанием для такого решения. Прокуратуре подтвердили, следователи возбудили уголовное дело по факту халатности при реконструкции набережной. У задолжавшего энергетикам почти 250 миллиардов рублей Южноуральского машиностроительного завода появился шанс на оздоровление. Предприятием заинтересовались банкиры. Министр образования признал брак в работе своего ведомства и рассказал, почему не увидели дефекты в здании 24-й школы еще летом. Те, кто учит и лечит. Россияне считают профессии врача и учителя престижными. А что думают об этом оренбуржцы? Чем недоволен житель с улицы Ткачева? Почему инспекторы ГАИ не откликнулись на аварию? И кого благодарит оренбурженка? Обо всем этом смотрите в рубрике «Дежурный корреспондент». И начнем с неофициальной информации о новом повороте в деле Евгения Арапова. Его адвокат назвал информацию о досудебном соглашении своего подзащитного полным бредом. Сообщение подобного рода распространяет один из телеграм-каналов. Игорь Рева пояснил журналистам Ориент-ТВ, заявление о досудебном соглашении не подавалось. Использовались более дешевые материалы, нежели были прописаны в контракте. Приняли фактически невыполненные работы. Сегодня в прокуратуре раскрыли подробности проверки по реконструкции спуска к Уралу. А также подтвердили, что следователи возбудили уголовное дело в отношении заказчика Управления капитального строительства и дорожного хозяйства по статье «Халатность». Напомним, реконструкция набережной ведется с 2017 года. На первый этап работ было затрачено 52 миллиона рублей. В этом году Оренбург получил 100 миллионов из федерального бюджета и 11 миллионов добавили из городского. Главным подрядчиком выступает организация ООО «СКИП», руководителем которой является депутат Оренбургского городского совета Владимир Курников, заказчик Управления капитального строительства и дорожного хозяйства города. Прокуроры усмотрели признаки уголовно наказуемого поведения в действиях чиновников Управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга. Дело в том, что выполнялись муниципальные контракты на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Спуск к реке Урал». Заказчик принял невыполненные работы на сумму около 20 миллионов рублей. И кроме того, имеются претензии по качеству строительных материалов, которые использовались при выполнении работ. Есть признаки того, что использовались более дешевые материалы, чем были заявлены в муниципальном контракте. Напомним, весной на новых ступенях на спуске к Уралу появились трещины и сколы, а позже в августе после дополнительных работ на ступенях и на смотровых площадках стала скапливаться вода. Однако чиновники тогда нашли этому объяснение, заявив, что выступившее цементное молочко белого цвета дало микротрещины. И сегодня стало известно, что некоторые субподрядчики, которые выполняли работы по реконструкции набережной спуска к реке Урал, не получили деньги в полном объеме за выполненные работы. Одна из организаций обратилась с иском в арбитражный суд. Истцом выступает компания «Терема». Эта организация выполняла работы по строительству ступеней и ограждения. В своем иске они просят взыскать с компании «СКИП» задолженность перед ними чуть больше 1 миллиона 800 тысяч рублей. В добровольном порядке выплачивать вам, я так понимаю, не хотят. То есть вам вы вынуждены обращаться. Нам сказали сначала, что им казначейство деньги не отдали. Они вот так нам сказали. Что в казначействе деньги не отдали? Да, потом они прислали письмо, что якобы там есть брак в работе. А брак в работе заключается в материале. Но мы работали с материалом «СКИБа». Мы свой материал вообще никакой не употребляли. То есть все, что они нам поставляли, мы только руки были у нас. Бетоны все, которые потом крошиться начали. Мы с их делали материал. Но я им сказал, давайте тепло будем, все мы исправим. Потом они прислали письмо, что якобы они там исправили все своими силами. Эта сумма получилась у них 2 800, что ли, там. Я просто позвонил Курнику, Курник трубки не берет. Я говорю, ну ладно, ребят, не хотите разговаривать, как хотите. Не исключено, что еще одна организация в скором времени обратится в суд. В аналогичной ситуации оказалась компания «Маркет Меню». Им за поставку материалов должны 570 тысяч рублей. Об этом в частной беседе рассказал директор фирмы. Они поставляли отделочные материалы, сразу заявив, что марку и поставщиков выбирал генеральный подрядчик. Также директор компании сказал, что они уже давали показания следователям и предоставили все необходимые документы. Журналисты портала «Ориент-Дэй» связались с директором компании «СКИП»
Владимиром Курниковым. Однако, как и ранее, нашему каналу и другим СМИ комментарий оказался весьма лаконичным. Владимир Николаевич, у нас вот такой вопрос. Нам вот стало известно, что у нас КИП в арбитражный суд подал заявление, один из субподрядчиков. А можете прокомментировать, почему такая ситуация сложилась вот с оплатой? Я ничего не комментирую, да, суд на нас никто не подал. Ну, в арбитражном же суде. Нету ничего, нет. Угу. А еще это один... вы придумали сами. Да. Еще один такой вопрос. А вот на сегодняшний день подписан акт приема работ по реконструкции спуска к Уралу? Отметим, что еще в прошлом году чиновники заявляли, что при реконструкции набережной будут использоваться только самые качественные и уникальные материалы, но слова, видимо, разошлись с делом. Все абсолютно элементы из уникального бетона, который мы впервые за полвека используем, белый цемент из, так сказать, Черноморского побережья, все абсолютно прошло испытание в лабораториях. И с огромным-огромным запасом прочности выполнено в натуре. Теперь следователи намерены выяснить, кто именно из городских чиновников виновен в ситуации. Орский машиностроительный завод будут спасать. Им заинтересовался «Газпромбанк». Кредитное учреждение готово выкупить до 50% доли уставного капитала предприятия должникам. У многотысячного коллектива появилась надежда на светлое будущее, заявил лидер профсоюза в Оренбурге Ярослав Черков. Флагман промышленности Восточной Оренбуржья в простое с середины сентября. Тысячи сотрудников грозили увольнением, но после от непопулярного решения отказались. Судьба промышленного предприятия решалась на столичном уровне, и вот на помощь пришел «Газпромбанк». Кредитно-финансовое учреждение не альтруист, но если оно готово погасить долг промышленного предприятия в 250 миллиардов рублей перед энергетиками, это хорошо, считает Ярослав Черков. Именно «Энергосбыт Плюс» подал судебный иск о признании машиностроителей банкротами. До 29 октября кредитный комитет банка должен принять окончательное решение с возможным приобретением какой-то доли в уставном капитале, то есть завода. Это до 50%? Возможно, да, возможно. То есть, возможно, то есть какой-то доль для того, чтобы иметь возможность управлять, то есть участвовать в управлении, то есть с уже производственным и финансовым потоком. Пакет заказов на «Армета ЮМ» сформирован на 50%, а то электричества нет. Как только к цехам поступит ток, рабочий процесс возобновится, уверен Ярослав Черков. Публично извинился за брак в работе и пообещал, что родителей и учеников не оставит. Министр образования области Вячеслав Лабузов сегодня на записи программы «Круглый стол» рассказал, что деньги на устранение всех дефектов в школе номер 24 Оренбурга будут выделены. Напомним, 24-ю школу закрыли на неопределенный срок. Здание признано небезопасным после того, как с потолка обвалилась штукатурка, а обследование здания показало, что есть серьезные проблемы с прочностью перекрытий. Сейчас ученики ходят на занятия в другие школы города. Обследование еще продолжается. Как сообщил министр, на днях там будет работать специализированная комиссия, которая определит фронт работ. На вопрос, как получилось, что в августе школу приняли, подписали акт готовности, рассказал. В самой приемной комиссии не все так гладко. Когда я посмотрел, кто проверял, там строителей не было. Вот. И это, наверное, главный недостаток, потому что есть установленные правила и договоренности во время приемки школ в состав комиссии в обязательном порядке районы, городские округа, города включает тех, кто понимает в этом деле. Сегодня ситуация сложилась, к сожалению, так. Никто город Оренбург, школу 24, родителей и учащихся бросать не собирается. Что принципиально изменят в школах ради безопасности учеников и учителей после трагедии в Керчи, об этом тоже мои коллеги говорили с министром в программе «Круглый стол». В эфир новый выпуск выйдет завтра в 12 часов дня и в 6 часов вечера. На новое расследование дело не отправлять. Сегодня в областном суде рассматривался иск об отмене апелляционного определения по делу о мошенничестве. Громкий процесс завершился в конце прошлого года реальным сроком для молодой женщины. Ее обвинили в том, что она продала комнаты людям в здании на улице Красногорской, построенном незаконно, на территории которой якобы предназначена для расширения проезжей части. Александр Жарков вникал во вновь открывшиеся обстоятельства.
Несколько лет назад Ржевская Юлия с гражданским мужем приобрели участок для строительства дома. Взяли несколько кредитов, возвели коробку, но в какой-то момент поняли, что не могут выполнять финансовые обязательства перед банками. Обустраивать и содержать здание. Поступало предложение от соседки Марии Терехиной, владелицы гостиницы. Купить недострой с землей, но не сошлись в цене. Приняли решение часть комнат продать, то есть обустроить своего рода коммуналку. В 2013 году дом достроили, в упрощенном порядке его оформили. А в 2015 году администрация города обратилась с иском в суд. Здание построено незаконно, и его необходимо снести. Мы являемся соседями, и на самой начальной стадии это строение, когда строилось, было захвачено часть земли. И там не было никаких норм. Одним из оснований для решения о сносе послужило то, что на этой территории планируется расширение улицы Степана Разина. Через 2 года в отношении Иулии Рыжевской возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Якобы знала, что это незаконное строение, но комнаты в коммуналке продавала. В итоге суд приговорил женщину к 6 годам колонии. Правда, сейчас, по словам супруга Рыжевской, возникли обстоятельства для нового расследования. Действительно, документы, приобщенные к данному заявлению, происходит правда заключиться обстоятельствами. Ранее их в деле не было и не было возможности предоставить выгоды суда, в общем, которые были на основании того, что был представлен государственный план соответствующей действительности. Данное обстоятельство позволяет и требует рассмотреть данное дело плана соответствующей обстоятельства. Собственно, вот этот документ, согласно которому территория нового дома предназначена не для строительства, а для расширения проезжей части. Вроде документально все подтверждается не в пользу Иулии Рыжевской, но опровергается письмами из Управления дорожного хозяйства города и Департамента градостроительства. Никакого расширения дороги не планируется. Земля предназначена для индивидуальной застройки. Как следует из ответа Управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга 19 июля 2018 года уширение проезжей части по улице Степана Разина на участке дороги по улице от улицы Аксакова до улицы Туркестанской города Оренбурга перспективным планом не предусмотрено. Но вот часть собственников комнат в этом доме по-прежнему считают себя потерпевшими и считают изначальный приговор справедливым. Здесь все мотивируется тем, что проходит магистраль, не проходит магистраль. В данном случае это не является вновь открывшимся обстоятельством. Сейчас начинается уже опять рассмотрение того же дела по тем же, как говорится, основаниям, нет никакого смысла. Суд также остался при этом мнении. Апелляционное решение не отменил и на новое расследование не отправил. Стоит отметить и 2 момента. Рядом с этим домом расположены такие же. Вопросов о сносе не возникало никогда. А в 2016 году администрация Оренбурга отозвала свое требование о демонтаже этого здания. Александр Жарков, Олег Штиллер, ОРЕН-ТВ. Кадровое назначение в мэрии. В Оренбурге новый руководитель управления по культуре и искусству. На эту должность вступила Наталья Таскина. Ранее она была директором городского дворца творчества детей и молодежи. Отметим, ранее главной по культуре в городе была Татьяна Резницкая, которая решила вернуться преподавать в институт имени Ростроповича с 1 октября. Новый начальник управления по культуре и искусству Оренбурга Наталья Таскина окончила УГУ по специальности государственное и муниципальное управление и педуниверситет по специальности филология. До этого на протяжении 4 лет руководила городским дворцом творчества детей и молодежи. Наталья Таскина заявила о своих планах, что сначала она хочет поближе познакомиться с командой, руководителями музеев, в театров, библиотек и уже дальше выстраивать рабочий процесс. Сейчас прервемся на рекламу, она будет короткой, не переключайтесь. Мы продолжаем рассказывать о событиях, вот что увидите во второй части программы. Тонны контрабанды и контрафакта, тысячи административных дел. С какими результатами таможня встречает свой профессиональный праздник? Те, кто учит и лечит. Россияне считают профессии врача и учителя престижными. А что думают об этом оренбуржцы? Чем недоволен житель с улицы Ткачева? Почему инспекторы ГАИ не откликнулись на аварию? И кого благодарит оренбурженка? Обо всем этом смотрите в рубрике «Дежурный корреспондент».
Еще минус 19. Центральный районный суд прекратил производство еще по 19 эпизодам уголовного дела в отношении бывшего декана ИСФАКа Камиля Ахтямова. По тем же основаниям, что и в августе, по 23 эпизодам истечения сроков давности. То есть теперь из более чем 80 осталось меньше 40. Напомним, Камиля Ахтямова обвиняют в получении взяток от студентов, посредничестве и служебном подлоге. По версии следствия, студенты платили за успешную сдачу экзаменов, за переходы на другой курс и даже за получение стипендии. Всего насчитали 80 эпизодов. Однако свою вину Камиль Ахтямов признал частично, согласился лишь с двумя эпизодами, которые касались посредничества при передаче взяток. Отметим, Камиль Ахтямов сейчас находится под домашним арестом. Отправили его туда спустя несколько месяцев пребывания в СИЗО. Задержанный экс-декан ИСФАКа был в феврале 2017 года. Мобильные комплексы таможни приносят результат. В приграничных с Казахстаном полях задержано сотни грузовиков. Из незаконного оборота изъяты тонны контрафакты и контрабанды. В канун своего профессионального праздника, который отмечается 25 октября, оренбургские таможенники рассказали о своих достижениях. С начала года оренбургские таможенники в федеральный бюджет перечислили более 3 миллиардов рублей, возбудили почти 1000 дел об административных правонарушениях, изъяли из оборота 111,5 тысяч единиц контрафактной продукции, в основном ширпотреб под брендом мировых фирм. Чем самым предотвратили ущерб правообладателям почти на 500 миллиардов рублей. Склады забиты под завязку контрафактом, однако все это добро, скорее всего, пойдет в топку. Через суд, да, на уничтожение идет все. Под гусеницы тракторов попало 23 тонны санкционных продуктов. В основном это польские яблоки да молочная продукция из Германии. Оренбургские таможенники возбудили более 10 уголовных дел, среди которых контрабанда наркотиков, везут и стратегический, но некачественный товар. Таможенники остановили 2 цистерны по 30 с лишним тысяч литров дизельного топлива и низкосортного бензина. Тем не менее, риск заправиться смертельно опасным для двигателя топливом сохраняется, отметили в таможне. Орск, да. Автомобиль Скания с цистерной из Республики Казахстан. По документам было топливо печное бытовое. Фактически, когда провели экспертизу, выяснилось, что это дизельное топливо экологического класса К2 и К3, которое запрещено к использованию на территории Российской Федерации. По документам фракция газолевая прямогонная. Фактически бензин АИ-92, запрещенный к обороту в Российской Федерации по экологическому классу. Перекрыть полностью 100%, к сожалению, не представляется возможным. Попадает, наверное, попадает каким-то образом. Ну, здесь совместно нужно работать. То есть мы выполняем свою работу, есть контролирующие органы, которые обязаны обеспечивать качественный бензин на заправках. Сегодня в канун профессионального праздника открылась первая в России приволжская электронная таможня, в которую вошло и оренбургское подразделение. Электронное администрирование ускорит документооборот и исключит личные, порой негативные контакты инспекторов с участниками внешней экономической деятельности, уточнили в оренбургской таможне. И теперь время криминальных новостей о ночной стрельбе и погоне на трассе, квартирных кражах и взятии взятки инспектору далее в рубрике «Ориентировка». Остановили только выстрелы. На улице Максима Горького инспектор ДПС подал сигнал остановиться водителю автомобиля ВАЗ-2114, но тот требованию не подчинился и проехал мимо. Для задержания непослушного водителя привлекли дополнительный экипаж ДПС. На автодороге Оренбург-Акбулак, где продолжилась погоня, полицейские произвели 2 предупредительных выстрела в воздух. Но на водителя никакого впечатления это не произвело. Он не остановился. Полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы задержать нарушителя. В ходе разбирательства было установлено, что 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 являлся жителем Соль-Лецкого района, управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения. От медицинского свидетельства не отказался. В августе также он был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 27.1 Административного кодекса Российской Федерации. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством. В настоящее время по данному факту собран материал проверки. Не успели пересечь границу. В дежурную часть полиции поступило сообщение о квартирных кражах в поселке Пригородный. Полицейские установили автомобиль, который использовали подозреваемые, и направление его движения. Во все подразделения МВД были переданы ориентировки. Задержать злоумышленников удалось на границе с Казахстаном. При пересечении государственной границы данные лица были задержаны. При осмотре автомобиля были обнаружены изъяты похищенные имущества.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные статьей 158, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Взяток не берем. Во время операции «Нелегальный маршрут» в Соль-Илецком районе сотрудники ДПС остановили автобус для проверки документов, во время которой выяснилось, что 5 иностранных граждан нарушили режим пребывания на территории Российской Федерации. Водитель автобуса решил договориться с инспектором ДПС и предложил взятку в размере 4500 рублей. Но инспектор не только не взял деньги, но и сообщил о происшествии в дежурную часть полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мелкое взяточничество». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 1 года. Новой национальности или принцип парка изменен. Культурный комплекс под названием «Национальная деревня» теперь в своем списке имеет новое подворье. Оренбургское расположилось, оно на территории некогда Чувашского центра. Теперь на одном участке расположено 2 подворья. От Чувашского остался только музей. Второе здание теперь занимает Оренбургское подворье. Там расположены сувенирные лавки и оставили помещение для проведения мастер-классов по вязанию пухового платка. Напомним, изначально идея этого культурного комплекса заключалась именно в национальности. У каждого двора было место для экспозиции и для кафе, где угощали народными блюдами. Но сейчас основной принцип парка нарушен. Правительство области, которое курирует работу этого национального парка, рассказали, что еще весной сменился собственник, теперь владельцем стала гильдия пуховниц, и поэтому здание кафе перепрофилировали. А вот за музеем ухаживать обязаны. Название поменяли, но по договоренности с правительством, да, у нас одно из условий – это сохранение на территории подворьев музеев. Сам ресторанный комплекс подвергся некоторому изменению, ремонту. Вот, они осенью там закончили ремонт. Пытаемся как-то этот вопрос, чтобы он был как-то урегулирован путем там переговоров, да, с людьми, чтобы стараться не перепрофилировать вообще эту. Но закон не запрещает им менять сферу деятельности. Ранее собственник сменился в белорусском подворье, но владелец пока сохраняет первоначальную идею. В смене Чувашского на Оренбургское подворье в правительстве ничего плохого не видит, так как пуховый платок – это традиция многих национальностей. Однако тот факт, что каждый учредитель может менять профиль деятельности подворья, по сути, ставит под угрозу существование колоритного именно национального парка. Престиж есть, а дохода нет. ВЦИОМ опубликовал занятные цифры по оценке профессии. Например, социологи выяснили, россияне считают, что сейчас престижно быть врачом, сообщает газета.ру. По данным опроса, популярность профессии врача выросла за 6 лет на 14%. Еще на верхних позициях списка престижных профессий – учителя и юристы. Но в разряд доходных из них попала только одна. Среди людей с большим доходом – прокуроры и адвокаты. Деньги водятся, по мнению россиян, у тех, кто в политике. На третьем денежном месте – нефтяники и врачи. Большинство респондентов отмечали, что особое значение при выборе профессии все же имеет такой критерий, как интерес к делу, а потом уже доход. Врач и учитель профессии престижные, так считает и подавляющее большинство оренбуржцев, но отмечают, что престиж обусловлен скорее общественной значимостью, нежели материальным достатком. Также для многих престиж определяется не финансовым благополучием, а удовольствием от работы. Если нравится что-то, чем занимаешься, то профессия автоматически становится значимой. Учитель и врач все-таки такие самые уважаемые профессии. Чему-то хорошему научить, наверное, это больше так важно, чем просто какой-то финансовый достаток. Да, я сам учитель, поэтому считаю, что престижно. Она престижна чем? Своей важностью, но не оплатой. Тут много получает, зарабатывает. Те и престижные, наверное, в наше время. Врач, учитель. Не знаю, много престижных профессий. Но никак не менеджер. Я бы не сказала, что есть профессии престижные и непрестижные. Важно, как сам человек к этому относится. Если человек в своей профессии ощущает себя комфортно, значит, она престижна. Практически любая профессия, она престижна. Все зависит от человека. Раз они существуют, значит, нужны. Престижные почему сейчас считают менеджеры различные, чтобы свое дело, бизнес был, да. А никто не думает о том, что нужно было занятие для души. Вот у меня занятие по душе, я врачом-косметологом работаю. Приносить красоту в этот мир, делать людей лучше, красивее. Учительница и, конечно, врач, особенно если ты зубной врач. Хорошо можно заработать.
Но престиж и доходность с востребованностью имеют и вовсе разные данные. По оценке социологов, сейчас особым опросом, спросом на рынке пользуются специалисты в IT-технологиях и бухгалтеры. Время народных новостей. Неизолированные трубы беспокоят горожанина. Сотрудники ГАИ не выехали на происшествие и тем самым озадачили водителя. Но не забывают оренбуржцы и о хорошем. Обо всем подробнее расскажет наш дежурный корреспондент. Житель с улицы Ткачева обеспокоен тем, что трубы, идущие от котельной во дворе 91-го дома, совсем не изолированы. Алексей Иванович, обратившийся к нам в редакцию, рассказал, что тепло, исходящее от труб, обогревает улицу, а оренбуржцам часто приходится доплачивать за потребление тепла. С вопросом, кто оплачивает убытки, мы обратились в компанию Т+. Специалисты ответили нам, что жителям беспокоиться не о чем, ведь воду, поступающую по трубам, в дом подогревают до нужной температуры, а все потери оплачивает сама компания. Что касается изоляции теплотрассы, то данный объект будет отремонтирован в соответствии с планом. Возможно, это произойдет уже в этом году. Не получили профессиональной помощи участники аварии. На пересечении улиц Салмышская и Гаранькина столкнулись грузовик и Тойота. Участники ДТП позвонили в ГАИ и рассказали о случившемся. Но там им предложили либо составить европротокол, либо вызывать комиссаров, за чьи услуги нужно будет заплатить. Мы обратились в автоинспекцию за разъяснением. Сотрудники дали нам ответ, что вероятнее всего в этом ДТП не было пострадавших, и нанесенный ущерб был небольшим. В таком случае сотрудники ГАИ не выезжают. Участники данного происшествия могли сами зафиксировать случившееся и опросить очевидцев, а потом предоставить данные в ГИБДД. В другом же случае, если материальный ущерб невелик и у сторон нет никаких претензий, то документы о транспортном происшествии можно не оформлять, но в этом случае участники теряют возможность получить страховую компенсацию. За профессионализм говорит спасибо оренбурженка Юлия. Благодарность она выражает врачам в женской консультации больницы имени Пирогова, а именно Юлии Лесниковой и Юлии Файзулиной, за то, что они вовремя поставили диагноз и провели лечение. Побольше бы таких внимательных врачей. Не забывайте и вы говорить спасибо, делиться своими новостями и событиями с дежурным корреспондентом. Номер указан у вас на экране. Итог уходящего дня подведем в 23 часа. Спасибо, что были с нами, и до встречи в эфире. В ближайшие сутки в Оренбурге облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер южной четверти от умеренного до порывистого. Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем в пределах от 14 до 19 градусов. В Оренбурге завтра облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южной четверти умеренный, ночью плюс 4, плюс 6 градусов, днем воздух прогреется до 17-19 градусов тепла.